Привет, друзья! Привет вам из солнечной Владимирской области. Наконец-то к нам пришло лето, наконец-то у нас тепло. Примерно 25-28 градусов. Вот сегодня небольшие облака, но в основном стоит солнечная погода и достаточно жарко. Я сегодня накинула рубашку, потому что с утра как-то было прохладно. И, в общем-то, достаточно тепло, но ветер прохладный, поэтому я в рубашке. А так, в принципе, загораю и прекрасное настроение. И хотела сегодня снять такое видео с распаковкой. Дело в том, что мне пришло две посылки. Одна вот такая вот, а вторая вот такая вот. И это мне пришли посылки с товарами на обзор. Я бы хотела с вами их распаковать и посмотреть, что там. На самом деле, я-то знаю, что там, но интересно, как это выглядит. Потому что одно дело, я увидела это на сайте, да, и выбрала. А совсем другое дело увидеть это воочию, потрогать и увидеть объем. Ну и, соответственно, товары эти из двух разных компаний. И о компаниях, о производителе и о своих впечатлениях я расскажу в другом видео. Это будет на каждую компанию отдельное видео. Так что давайте приступим. Я прям в таком переживании. На самом деле, мне мама их привезла в субботу. В пятницу она приехала, привезла мне эти посылки. И вот я с пятницы, сегодня у нас понедельник. Я с пятницы, прям вот мне чесались ручки их распаковать. Но я ждала, когда можно будет сесть и, наконец, заснять эту всю распаковку на видео и поделиться с вами. Итак, первые посылочки у нас маски. Они достаточно маленькие, но, естественно, это, наверное, одноразовые. И здесь у нас 5 масок. Значит, маска для волос «Интенсивное восстановление». Вот такая вот с манго, папайей и кератином. Вторая минеральная маска для волос «Анти-Эйдж» с красной глиной, витамином Е и кератином. Минеральная пилинг-маска для волос «Супер очищение» с белой глиной и фруктовыми кислотами, опять же с кератином. И гель-маска увлажняющая, питающая с манго и зеленым чаем с гиалуроновой кислотой. Это уже для лица и тела. И маска на основе глины от выпадения волос с экстрактом манго и масла авокадо, опять же с кератином. Соответственно, я выбирала такие, как бы, такие маски. В основном вот они на обзор присылают маски. То есть у них там много других продуктов, но на обзор они присылают в основном маски. И я выбирала именно маски для волос, потому что у меня большие проблемы с волосами. Наверное, это с возрастом у всех происходит. Волосы и выпадают, и ломаются, и очень сухие. Или наоборот очень жирные. В общем, я выбрала те продукты, которые меня больше всего заинтересовали и которые я бы хотела попробовать. Соответственно, если все эти маски действительно работают и от них будет действительно такой хороший, стоящий эффект, то могу сказать однозначно, что я буду их заказывать в дальнейшем для себя и, может быть, даже еще для кого-то. Вот, так что это одна компания. Компания называется «Натуральный элемент». Соответственно, обзор отдельно о моих впечатлениях и о компании я расскажу в отдельном видео. И давайте перейдем к большой посылочке. Я, конечно, знаю, что внутри, но интересно все-таки вот это таинство распаковывания, какое-то вот это вот ощущение, а что же там внутри. Давайте же скорее, это так,
так это самое, так волнительно. Еще к тому же я ждала 3 дня, практически 4 дня для того, чтобы их распаковать. Итак, вот тут так много всего. Так, первое. Вот такая вот очень странная по консистенции, похоже, знаете, даже на что? На желе, что ли, какое-то. Маска для волос с васаби и имбирем. Компания Микролиз называется. Вот так она выглядит. Вроде как здесь заявлено, что все ингредиенты натурального происхождения, никакой химии нету, и хранить нужно в холодильнике эти средства. Вот. В общем-то, я тоже выбирала именно то, что мне бы было интересно попробовать, что, как бы, ну, если это действительно работает, то я бы покупала это в дальнейшем уже для себя постоянно. Дальше гель после депиляции. Вот такая обычная наклеечка. Описания нету. Он тоже довольно густой. Вот так вот выглядит. Небольшой флакончик, поменьше, чем этот. То есть... Вот. Но объем довольно внушительный. В том объем 250 миллилитров. Здесь 100 миллилитров, но он довольно густой, то есть мне интересно немножко такая интимная подробность. Я пользуюсь как бритвой, так и депилятором. И мне как бы не нравится там пользоваться вот этой охлаждающей варежкой и прочими всякими штуками, которые прилагались к депилятору. Мне больше нравится вот безо всего. Но интересен эффект, который дает эта штучка. Ну, насколько будет все это легче проходить, будет ли ощущение раздражения или нет. В общем, попробуем. Так, следующая маска для волос и кожи головы. Этикетки особой нету. Да, она одинаковая с двух сторон. Вот, довольно объем, большой объем. Наверное, тоже где-то 250 или 300 миллилитров. Попробую. Так, следующее у нас лосьон после загара против пигментных пятен. Наверное, с кофе. Вот такая небольшая емкость. Он довольно жидкий, то есть такой кремообразный. Небольшая бутылочка 100 миллилитров. У меня после, вот когда долго находишься на солнце, после этого ощущение такое, знаете, когда кожа прям как будто горит изнутри, прям, ну, дотрагиваться больно, и потом кожа слезает, очень неприятно вот это все. И мне вот интересно, уберет ли он все эти ощущения, то есть будет ли чувство прохлады на коже, будет ли слезать кожа после этого, то есть тоже попробую и расскажу. И еще здесь маленькая маска для лица, пробиотическая. Питание и увлажнение от морщин с эффектом лифтинга. А, насколько я понимаю, она тканевая, вот в такой маленькой упаковочке. Тоже попробую. Ну, здесь у нас газетка. Просто газетка. Вот. На самом деле все средства я заказывала чисто вот под себя, чтобы меня заинтересовало действительно, чтобы, ну, как мне кажется, было бы интересно попробовать, действительно ли эти вещи работают. И если они работают действительно, то я бы заказывала их в дальнейшем уже непосредственно для себя на постоянной основе. Вот, так что вот такие вот средства от двух компаний. Буду все пробовать и потом с вами обязательно поделюсь. Так что ждите отдельных видео, 2 отдельных видео на 2 разные компании. Я расскажу о производителе,
кто производит, из чего производит, вообще почему производит, и насколько эти средства мне понравились или не понравились. Вот так вот, такие распаковки, так что увидимся в новых видео. Пока-пока, с приветом из лета!